Меня зовут Марина, я представитель модельного агентства FP Models. Может, слышали о таком агентстве, может, еще не слышали, не знаю, так как нам всего полгода, но тем не менее опыт в моделинге есть уже давно, и с пониманием этой сферы могу сказать, что за полгода мы добились таких приличных высот. В принципе, что такое наше агентство FP Models? Мы работаем по такой схеме. Есть две структуры, скажем так. Есть структура, которая нацелена на поиск заказчиков, поиск кастингов по Украине, за границей. То есть та структура, которая обеспечивает наших моделей работой. Также, естественно, есть модельные скауты, агенты, букера, которые занимаются, собственно, поиском моделей. Они есть связывающим звеном между моделью, агентством, между агентством, заказчиком, моделью и заказчиком. Ну, то есть те люди, которые ищут модели и продвигают их, скажем так. Также есть отдельная структура, которая занимается организацией модельных курсов, организацией съемок, снэпов, портфолио, видео, всех тех необходимых материалов, которые нужны для девочек, чтобы они успешно работали. Также по поводу, наверное, вам будет интересно услышать по поводу того, что мы вам можем дать, что мы можем предложить вообще нашим моделям. Естественно, это в первую очередь кастинги по Украине, так как мы локально базируемся здесь. Это кастинги к дизайнерам, на съемки лукбуков, на показы. Это хостес, правда, на хостес мы меньше уделяем внимания, так как это не до конца модельная сфера, но тем не менее это возможность заработать для девочек. И очень хорошая, кстати, возможность для девочек с ростом 1,65 м до 1,70 м просто заработать на хостес. Также мы занимаемся журнальными съемками, иногда мы даже сами организовываем для журналов эти съемки под ключ, то есть полностью даем моделей, фотографы, визажисты, стилисты, над этим работает наша команда, и в итоге мы просто даем готовую съемочку в журнал. Также это съемки каталожные для интернет-магазинов, это клипмейкерство, даем модели для съемок в клипах. Это массовками мы не занимаемся, это такое чуть-чуть скучновато, если честно, это и моделингом это я бы так точно не стала называть. Также по поводу работы по Украине, это основные художественные съемки иногда бывают, но крайне редко их заказывают фотографы. В основном это дизайнеры, в основном это съемки лукбуков, журналы, клипы и все, что связано с таким более модельным. Как попасть за границу? В принципе, через наше агентство рассказываю. С опытом, без опыта, для нас это не совсем важно. Вы приходите к нам, вы говорите: «Здравствуйте, я хочу стать моделью». И мы уже смотрим на ваши внешние данные, если они соответствуют нашим пожеланиям и требованиям, тогда мы делаем вам снэпы, видеовизитку, видеопроходку, тесты, в принципе, их достаточно, если модель действительно классная. И тогда наши агенты и букера начинают рассылку по агентствам за границей. Когда на вас приходит ответ с какого-то агентства, мы говорим, что есть такой-такой контракт. Если их несколько, вы выбираете, какой контракт для вас будет наиболее оптимальным и интересным, и летите туда уже работать.